Ну что, возвращаем видеоформат аналитики цен, потому что на прошлой неделе мы выпустили текстовую версию аналитики. Вам, кстати, очень многим зашло, поэтому сегодня мы выпустим видеоформат и текстовый формат. Если вы где-то находитесь в дороге, ссылочка внизу в описании, заходите, читайте. И там можно увидеть более расширенную информацию, о которой мы сегодня будем говорить. Ну и как всегда, у нас сегодня интересные скидки, а цены были достаточно интересными. Ну и новости, так что заваривайте или берите ваш любимый напиток, садитесь, сейчас будем все рассказывать, а также не забывайте подписываться на канал, если вы не подписаны, потому что мы гарантируем вам интересные видосики. Ну и конкурсы на канале K20 Pro уже просто считанные дни пошли к финалу розыгрыша. Успейте его выиграть. В этот раз начинаем именно с интересных цен, потому что на прошлой неделе, если вы знали, была акция на Алиэкспрессе. Вы, кстати, успели затариться? Мы в канале Telegram постили очень много вкусных скидок. Ну и из-за акции на Алиэкспрессе магазин JD решил их немного перебить и предлагал OnePlus, и просто раздавал их налево и направо. Во-первых, OnePlus 6T продавался за $380. Это отменная цена, как мне кажется. Ну и OnePlus 7, версия 8256, за $430. То есть это та же самая цена, которая предлагается с завода. Уже сейчас OnePlus продается по такой цене. Скорее всего, они наполнили рынок, поэтому сейчас цена на OnePlus 7 очень вкусная. Ну и очень вкусная цена, как мы говорили в отдельном видео, потому что есть OnePlus 7 Pro, который тоже распродается. И JD продает OnePlus 7 Pro в минимальной комплектации. Внимание! $580. Да, друзья, это уже сейчас цена есть. Внизу все цены, ясно дело, мы перечисляем. А для любителей всякой мелочевки, во-первых, Redmi AirDots продавались за $20 и продаются. Также очень интересная лампа продается. Я похожую использую у себя дома, тоже посмотрите. Внизу ссылочка на нее будет в описании. Ну и помните, в прошлой аналитике мы говорили о том, что Meizu понижает цены на свои флагманы, да, на многие свои смартфоны. И Meizu 16S 628 уже продается за $389. Если вы не хотите пропускать такие классные цены, то, пожалуйста, подписывайтесь на канал Telegram. Очень много там информации постим, работаем сейчас над этим каналом, и я вам просто затравочку маленькую дам. Скоро на сайте Синтетики тоже появится отдельный раздел с скидками. Тоже готовим для вас очень интересную фишечку там. И, кстати, хочу поздравить победителя OnePlus 7 Pro. Вы сейчас видите его довольное лицо. Человек реально выиграл этот смартфон, потому что участвовал в конкурсе на нашем канале. И еще раз повторяюсь, K20 Pro последние дни участвуйте в этом конкурсе. И наконец-то переходим к новостям. И здесь корпорация BBK удивляет нас, друзья. Да, они на выставку в Шанхае привезли смартфон с камерой под дисплеем. Знаете, корпорация BBK и вообще Oppo — это та компания, которая сейчас дает инновации какие-то. Не маркетинговые какие-то обещания нам, которые предлагают нам купить этот гаджет, а что-то новое, что-то интересное и что реально будет появляться во многих других смартфонах. BBK молодцы. Если вообще посмотреть на развивающие тенденцию, да, у нас были вырезы, да, у нас выезжающая камера сейчас в тренде. Все это, кстати, изначально было сначала в BBK. И вот сейчас, если у нас появляется камера под дисплеем, то ждите в следующем году Xiaomi Redmi Note 8 или Redmi Note 9 уже с камерой под дисплеем, или флагманы Xiaomi. Ну и OnePlus, ясно дело, тоже у нас появится с такой камерой. И это уже становится интересно, хотя, мне кажется, будут некоторые баги. Дождитесь воскресного видео. Мы там нашли баг из-за безрамочного дисплея и удешевления в производстве. Очень интересный будет опыт использования. Обязательно его посмотрите. Ну и цена OnePlus 6, именно 6, не 6T, была уже $345, $350. По сути говоря, это уже диапазон цен на Xiaomi Mi 8. Тоже старичок, прошлый флагман. Но задумайтесь, что бы вы взяли, OnePlus или Xiaomi? Кстати, пишите об этом в комментариях, что для вас интересно, или ответьте сейчас на тот вопрос, который здесь появляется. Ну и новость. Apple горит. Реально горит по той причине, что у одного диджея в Америке загорелся MacBook 2015 года, и компания Apple в срочном порядке отзывает, и вы можете отдать ваш MacBook на бесплатную замену батареи, потому что с ней может быть проблема. И, кстати, у нас на студии, Дим, подай, вот этот Mac попал под раздачу. Здесь нужно менять батарею, потому что он может возгореться. И что ж вам могу сказать, если у вас нету официально Apple, я вам сочувствую, потому что в какой-то момент он может просто-напросто начать дыметь. Надеюсь, с этим ничего не будет, но, друзья, вот такая вот новость. Apple тоже горит, не только у Samsung подгорает. И я думаю, через несколько дней мы увидим лот на Алиэкспрессе, огнетушитель для владельцев MacBook Pro 2015-2016 года подсоединяется к Thunderbolt или Type-C. Ну и по поводу цен, куда же
даже без Xiaomi. Здесь у нас, друзья, Mi 8 Lite, если вы помните такой смартфон, потому что такое большое количество смартфонов Xiaomi, что ты в них путаешься. Даже обзорщики в них путаются. И вот Mi 8 Lite упал конкретно. $143 стоил $173. Это уже хорошая альтернатива тому же Redmi Note 7. А Redmi Note 7, как я говорил ранее, у нас уже стоит $161 за версию 4.64. Тоже отменнейшая цена, учитывая, что там супер камера, если вы поставите Google камеру туда, и вы просто-напросто берете владельца с Samsung S10 Plus, говорите, у меня тут смартфон за $160, и уделаете при ночной съемке тот же смартфон за $1000. И новости, опять BBK, без нее сейчас никак, потому что эти молодцы леденцы завезли быструю зарядку 120 Вт. И 4000 мАч теперь можно зарядить за 13 минут. То есть, понимаете, вот мы завтра выложим видео, большое сравнение, которое мы потратили больше 3 недель. И вот за время, когда вы будете смотреть это видео, вы сможете зарядить новый смартфон от этой корпорации. Он называется Vivo IQOO 5G. Он будет заряжаться за 13 минут. Крутяк. И, кстати, по поводу 5G этого смартфона, это первый смартфон от компании Vivo с поддержкой технологии 5G. 5G, о боже, слушайте, просто посмотрите это видео, которое сейчас здесь выставляется, просто почитайте комментарий. Мы 4 месяца назад сняли видео про 5G, и там просто целый заговор против 5G, вот просто поржите, посмейтесь, и, кстати, здесь тоже можете написать, если вы свидетель 5G, жду вас внизу в комментариях. Так, и цены. Xiaomi, опять-таки, и здесь Xiaomi Mi 8 упал с $334 до $314. И если вас интересует этот смартфон, то берите его, потому что у него точно такой же модуль, точно такой же сенсор, как и в Pixel. Поэтому, опять-таки, накатывайте Google камеру, вы получаете камерафон на Snapdragon 845. $314, это, друзья, глобально версия с работающим NFC, а китайская версия еще меньше стоит, но помните, что там нужно немного пошаманить с NFC, Magix там обновился, короче, там тоже теперь NFC отлично работает. Ну и напоследок вам бриф новостей из нашей основной группы Telegram с новостями, некоторые сюда не попадают, потому что, ну вот, коротко о них давайте скажем. LG в Индии представили новую бюджетную серию W, то есть, видите, теперь LG тоже будет, как и Samsung, запускать у нас разные серии, кучу смартфонов. Xiaomi Mi 9, может быть, вы слышали эту информацию, пробустили, и теперь он поддерживает 84 Гц, приблизительно как у OnePlus 7 Pro, но учитывайте, Mi 9 не предназначен под такие нагрузки, так что там, скорее всего, убьется очень быстро дисплей. Ну и кирпичи, друзья, у нас появляются. Xiaomi Mi 9 SE с новым обновлением прошивки. Получается кирпич. Вот так вот просто. И я помню, буквально год тому назад была проблема с одним смартфоном Xiaomi, потом еще год. То есть у них, знаете, вот так стандартно. Каждый год какая-то обновка, которая окирпичивает ваш смартфон. И мне кажется, все это из-за того, что Xiaomi сейчас выпускает, сейчас, уже несколько лет выпускает такое большое количество смартфонов, что они могут все уследить. И не забывайте, что они закрывают бета-тестирование для бюджетных смартфонов. А это обозначает, что бюджетные смартфоны могут выходить и еще больше окирпичиваться. Потому что не будет так много фидбэка от простых пользователей, нас с вами, которые тестируют какой-либо смартфон. Xiaomi зажирается, друзья, зажирается конкретно. И вот это окирпичивание, пускай их немного встряхнет, и я бы очень хотел, чтобы еще больше смартфонов окирпичивалось, но, друзья, я знаю, что вы ими пользуетесь. Я не хочу, чтобы они кирпичились, но я хочу, чтобы Xiaomi немного взбудоражилось, потому что сейчас блокировка загрузчика. Эти всякие окирпичивания, я думаю, они будут продолжаться, и еще раз повторюсь, как в бюджетном сегменте. И вот удешевление, просто посмотрите воскресное видео. Воскресное видео про один смартфон Xiaomi. Мы очень много поделимся информацией. Блин, Xiaomi, ты портишься. Все, большое спасибо вам за просмотр, друзья. Ставим лайк, подписка на канал и дизлайк, если вы любите Xiaomi и не согласны с моими словами. Покедова.